Вердикт вынесен. Сегодня в железнодорожном районном суде оглашен приговор по нашумевшему делу. Речь идет о гибели ребенка, который в начале нынешнего года упал в открытый колодец. 8-летний мальчик не смог самостоятельно выбраться и скончался. На скамье подсудимых предприниматель Эльвин Гаджиев. По версии следствия, именно на территории, принадлежащей его предприятию, находился злосчастный колодец. Сам бизнесмен вину отрицал. По его мнению, люк принадлежал другой организации, которая и должна была следить за его эксплуатацией. Стороной обвинения были представлены неопровержимые доказательства его вины в причине смерти малолетнему ребенку по неосторожности. В судебном заседании доказано, что вследствие совершенной преступной небрежности, выраженной неприятия Гаджиевым надлежащих мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации используемого канализационного колодца, погиб малолетний ребенок. А именно 5 января 2023 года, в ночное время, малолетний при отсутствии необходимой крышки люка и наружного освещения в результате случайного падения полностью провалился в запорошенный снегом колодец. Суд приговорил предпринимателя к 1 году ограничения свободы. Эльвин Гаджиев не сможет уезжать за пределы Ульяновска, а в ночное время должен находиться дома. Кроме того, он обязан будет выплатить 800 тысяч рублей родителям погибшего мальчика. В обвинении и защите есть возможность обжаловать приговор в установленный срок.